свое время он спорил, и, может быть, даже сейчас будет спорить с «Янтарной комнатой», которая известна гораздо шире, но вот то сияние, тот блеск, который дает теплый янтарь, практически архитектор Чарльз Камерон воплощает в своем проекте «Леонского зала» благодаря «Леонскому шелку». Собственно, поэтому зал и получил свое название. И это удивительно, что спустя огромное количество лет, после жесточайших разрушений во время Великой Отечественной войны, в начале 2018 года произошли реставрационные работы благодаря фонду ПАО «Газпром». Это стало возможным, потому что проект реставрации и воссоздания отделки был разработан еще в 1983 году, но тогда финансирование было найти невозможно, и восстанавливали золотую парадную анфиладу Растрелли. И вот только спустя много лет этот зал был восстановлен в своих исторических габаритах и, более того, со своей исторической отделкой. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Возможно, они тоже есть в зале. Меня зовут Рядова Мария Николаевна. Я главный архитектор музея-заповедника «Царское село». И поведаю вам одну из удивительных историй реставрации. Мы с вами будем говорить о Леонском зале. Но для начала с помощью этих слайдов попытаемся разобраться, с чего все начиналось. Леонский зал находится, это один из апартаментов Большого царскосельского Екатерининского дворца, основа которого была заложена в далеком начале XVIII века. Земли эти подарил император Петр I своей супруге Екатерине I после победы в Северной войне. Это земли, территории, исторически принадлежавшие Германландии. На этой территории Екатерина I возводит вначале небольшой дворец, двухэтажный, о 16 светлицах, автор которого архитектор Браунштейн. Впоследствии это имение передается в дар ее дочери, будущей императрице Елизавете Петровне, которая в детстве очень часто любила бывать в летней резиденции именно в Царском селе. И Елизавета Петровна, вначале не обладая всей мощью, всей полнотой императорской власти, не затевает там больших и значительных перестроек. Но как только она восходит на престол, тут же начинается трансформация дворца, в который привлекаются лучшие архитекторы своего времени. Это и Земцов, и Квасов, и Чевакинский. Но все, что они делают по переустройству этого дворца, не очень удовлетворяет взыскательную императрицу. Поэтому в 1746 году она возводит на должность обер-архитектора Франческо Растрелли. И благодаря его таланту, его помощи, его знаниям и навыкам дворец превращается в ту резиденцию, которая хрестоматийно знакома, я думаю, практически каждому из вас. Из маленького небольшого дворца он разрастается в трехэтажный дворец с сплошной фасадой длиной более 300 метров. Мы можем себе представить, что это одна из улиц как Москвы, так и Петербурга, так и любого другого города нашей страны. Это достаточно большая протяженность. И вот на верхней части слайда вы видите план, который соответствует елизаветинскому времени. Обратите внимание на правую часть его, мы сегодня, собственно, о ней и будем говорить. На период Елизаветы Петровны парадная дворцовая главная лестница размещалась с самого края, с самого конца вот этой правой стороны. Это был замысел Растрелли, потому что, поднимаясь на второй этаж, вы должны были увидеть перед собой вот то, что мы видели на первом слайде, да, вот бесконечную совершенно череду золотых помещений с золотым убранством, так называемую парадную перспективную анфиладу, вот длина которой тоже составляет порядка 300 метров. Но после всех переделок и перестроек Елизаветы Петровны на престол, как вы знаете, восходит ее племянник. У него самое небольшое царствование за всю историю, практически меньше года. Петр III проводит на престоле, и с помощью дворцового переворота власть в свои руки берет его супруга, известная нам как Екатерина II. И вот, собственно, с ее правления и начинается история, в том числе, Леонского зала. Потому что все, что сделала Елизавета Петровна, Екатерину II не очень-то устраивает. Хотя у той тоже был достаточно придирчивый вкус. Но меняется стиль, меняется мода. А вы знаете, что дворцы – это всегда отражение современности. Это не только вкус императоров, но это и влияние новых модных тенденций. А Екатерина II собирала их совершенно по всему миру. У нее были свои агенты, которые самые последние свежие новости, печатные издания, нововведения в архитектуре, все присылалось к российскому двору. Здесь переосмысливалось и
собственно, получались, трансформировались наши дворцовые интерьеры. Так вот, для личных комнат своих Екатерина II записывает, что те маленькие помещения, заставленные мебелью, крайне неудобные, которые ей отвела Елизавета Петровна, категорически не годятся. Поэтому она готова на переделки и перестройки. Но кто-то должен реализовывать ее вот эти замыслы и грандиозные планы. Для этого она выписывает из Англии архитектора, известного на тот момент публикацией своей книги, которая называется «Термы римлян». Это архитектор, который очень много занимается античностью. А античность, классицизм – это то, что Екатерине II очень близко, и она, собственно, проповедует эту стилистику и в своих интерьерах, парковых сооружениях и зданиях, которые строятся в ее период. Таким образом, из Англии к нам приезжает шотландский архитектор Чарльз Камерон. И ему поручается переустройство парадной части Екатерининского дворца, которой относилась парадная лестница и череда антикамер. Это так называемые приемные, где посетители ожидали аудиенции перед встречей с императрицей. Для начала парадная лестница разбирается. На ее месте возводится так называемый впоследствии зубовский флигель. Строит его архитектор Фельтон. И уже в этом флигеле построенном Чарльз Камерон приглашается для того, чтобы осуществить перестройку части залов и отделку новых построенных интерьеров. Ну вот не так давно, месяц назад, здесь же в лектории была прекрасная лекция про китайские панно китайского зала. Это одно из помещений, которыми как раз для Екатерины II занимался Чарльз Камерон. А мы с вами на нижнем слайде видим зубовский флигель и отдельно выделенные габариты и названо помещение – это Лионский зал. Он появляется, если мы сравним с вами верхний и нижний план, на месте пятой антикамеры. Пятая и четвертая антикамеры Растрелли перестраиваются, соответственно, в Арабесковый зал и в Лионский зал, и туалетную самой императрицы. Зал получает несколько названий в период своего бытования. Это Лионский зал, желтая гостиная, Лионский покой и комната Лионских обоев. Ну, можно очевидно, наверное, может быть, кто-то знает, догадаться, с чем это все связано. Это связано с тем, что основную отделку, как мы видим из подлинного проектного чертежа Чарльза Камерона, этого зала составляют так называемые шелковые обои по рисункам Лассаля, сотканные на Лионской мануфактуре. Но обратите внимание, пожалуйста, это не то, что мы привыкли, например, в интерьерах XIX века видеть штоф, которым затянуто все помещение от пола или от нижних панелей до самого потолка. Здесь Чарльз Камерон именно в стиле античных римских вилл решает разделение этого интерьера. То есть мы видим двухчастное деление и шелка с рисунками обрамлены вверху в рамы деревянные, золоченые, и внизу точно так же. Почему я делаю акцент на том, что это именно проектный чертеж? Потому что для Лионского зала в Государственном Эрмитаже хранится порядка 5 проектных решений Чарльза Камерона. Какое из них было реализовано в натуре, сейчас установить практически невозможно. То есть не сохранилось доподлинных записей архивных XVIII века, а зал отделывался в период с 1781 по 1784 годы. Мы можем судить об отделке по тем описаниям, которые дошли до нас уже конца самого 19 века начала, 18 века начала 19-го, и по тем фрагментам и элементам, которые в 19 веке сохраняются от подлинного интерьера Камерона. Далеко не все, мы с вами выясним причину, почему так произошло. Но в любом случае наличие вот этих шелковых обоев, оно документально подтверждено, так же, как и устройство печей, так же, как и устройство инкрустированных дверных заполнений и обрамление нижней части панелей и порталов, оконных, дверных проемов, полудрагоценным камнем, лазуритом.
Потому что, конечно, страсть Чарльза Камерона к минералогии, к использованию камня в интерьере, она очень сильна и была разделяема также императрицей. Как вы думаете, почему вообще это происходило? Почему он так хотел привлечь в интерьеры именно натуральный камень? Причем использовал он для этого и лазурит, и яшму, и другие породы полудрагоценных камней, имеющих очень насыщенный, ярко выраженный цвет. Так как Камерон достаточно много времени провел на раскопках, он был и в Помпеях, и в Геркулануме, мы понимаем, и на римских раскопках тоже он присутствовал и все это описал в книге, авторство которой, возможно, как сейчас современные ученые устанавливают, ему даже не принадлежит. Но в любом случае он это видел. Его задача была зафиксировать вечный цвет. То есть вы понимаете, что все, что написано на холсте, на штукатурке, любой вид окраски, он достаточно недолговечен. И с течением времени все равно вам приходится это поновлять, перекрашивать, реставрировать или поддерживать тем или иным способом. А когда речь идет о полированных пластинах камня, то только ужасающие, скажем так, форс-мажорные какие-то события могут привести к тому, что вы эту отделку потеряете. Потому что камень на протяжении всей своей жизни, которая даже несравнима с жизнью человека, естественно, и жизнью памятника в том числе иногда, сохраняет свои вот эти физические свойства. Здесь перед нами акварель Луиджи Примаци 1878 года, уже после переделок, которые прошли в интерьере, но тем не менее вы можете представить себе, каким был Лионский зал, что это такое в XIX веке. Здесь, конечно, обратите внимание, пожалуйста, на стены. Вы видите достаточно радикальные изменения, потому что нет никаких багетов, нет никаких рам, нет никакого двухчастного деления. Вот то, что было в моде на тот период, это период правления Александра II и Марии Александровны, следующей после Екатерины II хозяйки этого апартамента, уже, конечно, мы понимаем, что вся переделка была выполнена по их вкусу. Здесь еще ряд архивных фотографий и источников, которые максимально помогли в нашей восстановительной деятельности уже вот на современном этапе работ по воссозданию этого, к сожалению, утраченного уникального интерьера. Здесь вы видите черно-белую фотографию 1859 года. Это уникальный источник. Если вы внимательно присмотритесь к шелку на стенах, вы увидите совершенно другой рапорт, совершенно другой рисунок, не тот, что изображен где бы то ни было у Камерона, не тот, что мы видим на акварели Луиджи Примаци. И более того, даже я вам скажу, что он другого совершенно цвета. Он отношения к желтому, к золотистому не имеет никакого. А здесь он малиновый. Тоже это удалось выяснить благодаря работам архитектора, сохранившимся акварельным отмывкам Ипполита Манигетти, который перестраивает эти интерьеры для Марии Александровны. И еще один совершенно уникальный снимок. Это так называемый автохром 1917 года, авторство Андрея Зиеста. Это специальное стекло посеребренное, которое дает нам возможность не просто зафиксировать состояние, но, что самое важное, передает еще и цвет этого интерьера. Пусть с некоторым искажением, но тем не менее это очень хороший, важный источник для реставрации. И вот благодаря тому, что после того, как императорская семья уезжает из царского села, последняя императорская семья Николай II и Александра Федоровна уезжает из царского села в ссылку в Тобольск, буквально через несколько дней уже работает художественная комиссия по описанию интерьеров, по описанию тех ценных предметов, которые здесь остались, и в том числе ее председатель Георгий Крискентьевич Лукомский приглашает фотографа Андрея Зиеста для фотофиксации интерьеров Екатерининского и Александровского дворцов. Порядка 200 вот таких уникальных стекол было создано, но, к сожалению, в 1918 году Лукомский вывозит их с собой в эмиграцию в Париж. И впоследствии они добываются музеем действительно с большим очень тщанием и трудом на различных иностранных аукционах. И вот последний такой большое количество стекол было выкуплено на аукционе в Париже в 2012 году, и мы понимаем, какой это бесценный для нас источник информации. После революции, после национализации и создания в Екатерининском дворце музея истории, культуры, быта
Страшное трагическое событие происходит в сентябре 1941 года. Город Пушкин, на тот момент Царское село называется именно так, был оккупирован немецкими войсками. А снятие оккупации происходит 24 января 1944 года, и уже в конце января музейные сотрудники, научные сотрудники возвращаются на руины дворцов, парковых павильонов, возвращаются в Екатерининский, Александровский, Бабловский парки и застают вот переданную на этих фотографиях картину разрушения. Вы видите, что дворец горел в пожаре, причем горел он дважды, в 1942 и в 1944 годах. В 1944 году он горел в феврале, уже после снятия оккупации. Заложенные бомбы сработали по периметру дворца. И, к сожалению, из-за того, что мы представляем, как какое конструктивное решение было. Это деревянная стропильная система, это деревянные перекрытия, окна, двери, паркеты, шелка на стенах, обои на стенах. Все это воспламенялось и горело совершенно моментально, долго. Потушить 3 дня пожар не было никакой возможности. И вот Анатолий Михайлович Кучумов, который в 44-м году оказывается на руинах Екатерининского дворца, записывает в своих дневниках о том, что Леонский зал ныне – это самая мрачная комната. Посмотрите, как он выглядел. Он сейчас перед вами. Что осталось от той отделки, которую мы видим на акварели, которую мы видели на фотографиях? Практически ничего. Голые стены, осыпи лазуритового набора, абсолютно наверху зияющее небо, потому что вся крыша сгорела совершенно. И вот вы видите открывающуюся золотую парадную анфиладу. Она, конечно, не соответствует ничему. То есть это остатки стен. И не перегорели перекрытия полностью первого этажа, потому что это кирпичные своды, поверх которых были уложены деревянные балки. То есть все, что из дерева, сгорело, а сами кирпичные своды сохранились, поэтому мы видим основание. Но более того, для внимательного взгляда реставратора здесь можно обнаружить и подлинные элементы, подлинные фрагменты. Например, сохранился фриз Альфрейна, расписанный под лазурит. Сохранились, посмотрите, остовы камина, облицованные статуарным мрамором, с мраморными фигурками и облицованные также лазуритом. Да, они не принадлежат авторству Чарльза Камерона. Это, опять же, уже переделки на период Ипполита Монигетти, потому что у Камерона здесь были угловые печи. Но, тем не менее, есть фрагмент, есть детали, которые на этих руинах при тщательном анализе, при разборе завалов удалось установить и складировать, скажем так, до лучших времен. Ну вот еще разные ракурсы того вида Леонского зала, который был у него после пожара. В 1957 году постановлением правительства СССР принимается решение о том, что Царскосельский дворцовый ансамбль будет восстановлен. Достаточно большое время прошло после войны, почему так поздно было принято решение? Ведь по другим пригородам Ленинграда, таким как Павловск и Петергоф, это решение было принято раньше, потому что разрушения были не столь страшные. А здесь сразу после войны сотрудники просто даже не представляли, каким образом это может быть восстановлено. Необходимо было по крупицам собирать информацию, необходимо было понять вот из этих гор мусора и строительного в том числе, что же здесь представляет ценность. И даже обнаруженные фрагменты не сразу было ясно, откуда они, потому что часть объектов, элементов, предметов декоративно-прикладного искусства находилась повсеместно в парках, иногда на дачах у горожан какие-то вещи люди пытались спрятать, потом приносили, возвращали обратно в музей. То есть начались совершенно грандиозные работы по поиску, по исследованию этого объекта и подбору всех материалов для последующего восстановления. Руководил этим процессом, вот перед вами на экране, Александр Александрович Кедринский, главный архитектор СНПО-реставратор, который получил государственную премию за воссоздание дворцово-парковых ансамблей, причем не только Царского села, но в том числе и Петергофа,
потому что труд его был, ну, совершенно такой фундаментальный, огромный. Он собирает команду мастеров, которые работали еще в том числе и при царской России. Они помнят эти техники, они помнят технологии, они помнят, как они работали во дворце. И многое из того, что делает Александр Александрович, связано с его детскими воспоминаниями, потому что он жил долгое время в городе Пушкин, и он видел прекрасно дворец до его разрушения. И основной задачей, основным посылом было воссоздать все как прежде, воссоздать все как было, потому что в том числе этот дворец – это символ мирной жизни. Надо преодолеть все разрушения для того, чтобы это чудо восстало из руин, и чтобы мы оказались в том, как это было до разрушения. Поэтому вот этот метод, который называют методом Ленинградской школы реставрации, он был на тот момент не обсуждаем. Эта доктрина была принята, потому что сложно было говорить о консервации, когда вы находитесь на руинах среди голых стен, над вами зияющее синее небо. Необходимо было срочно выполнить работы по укреплению, по укрытию этого и дворца, и павильонов, и других парковых объектов, а самые первые работы шли, конечно, по разминированию. Возвращаемся к Лионскому залу. Работы по реставрации интерьеров ведутся с 1957 года. Как только был закрыт контур, был закрыт периметр дворца, это стало возможным. Первые работы связаны с интерьерами, которые тоже создавал Чарльз Камерон для Павла Петровича и Марии Федоровны, но они не так сильно пострадали, как половина зубовского флигеля, который непосредственно примыкает Лионский зал. Затем золотая парадная анфилада Растрелли, большой тронный зал, открывается к Олимпиаде в Москве в 1980 году. И вы видите, что здесь первые проектные работы, большие, по Лионскому залу были выполнены в 1983 году. И до него дошли руки, и по нему разработана проектная документация. Но, к сожалению, на тот момент ни финансовые возможности, ни такой возможности квалифицированных кадров сразу же выполнить, реализовать этот проект не обнаружилось и не нашлось, потому что очень большая специфика, очень сложные материалы, натуральный камень, лазурит, месторождение Бадахшан, что в Афганистане, лионский шелк на стенах, огромное количество позолоченной бронзы. То есть большой-большой корпус таких реставрационных проблем и задач, которые решить было тогда невозможно, потому что на очереди стояли еще здания аварийные, полностью разрушенные, в том числе гидротехнические сооружения. Их спасали раньше. В 2005 году по зубовскому флигелю произошел большой проект реконструкции, потому что после войны, когда его восстановили, подвели под кровлю, он использовался для совершенно различных целей. Какое-то время там был ресторан, была база отдыха, потом все передали музею, но уже с теми перепланировками, которые произошли за это время. И ни перегородки, ни дверные проемы, ни большая часть отметок не соответствовали историческим. И надо было все для возможного воссоздания в будущем привести в исторические габариты, в исторические отметки. Это сделали лишь в 2005 году. Затем, после реализации таких работ, когда у вас объемы помещений уже приведены в свои прежние габариты, можно, как говорится, приступать и к реставрации. Сделана первая корректировка проекта 83-го года, но, опять же, отсутствие возможностей и у музея, и у федеральных органов власти не позволило выполнить эти работы проектные, реализовать их в натуре. И вот только в 2018 году, благодаря поддержке ПАО «Газпром», удалось в рамках продолжения, так сказать, проекта по реставрации и консервации Дворцовой церкви Воскресения Христова начать приступить к работам и по Лионскому залу. Потому что, опять же, комплекс документации на них был, были выполнены уже все общестроительные работы, оставалось самое сложное и, наверное, самое интересное – возрождение утраченной отделки, возвращение былой красоты.
Здесь вы видите вид Лионского зала в его экспозиционном состоянии до вот этих работ по воссозданию. Абсолютно вы видите такая утилитарная отделка. Это современные паркеты, окрашенные стены, гладкие потолки. Конечно, с историческим видом зала даже близко это не сравнится. Но посмотрите, что здесь есть и что, опять же, огромную роль сыграло при возрождении. Во-первых, это подлинный лазуритовый гарнитур. Он здесь представлен бра, люстрой, предметами мебели. Картины висят также на своих исторических местах. И сейчас мы подробно разберем с вами, что сохранилось и помогло с научной точки зрения восстановить этот утраченный интерьер. Здесь перед вами развертка. Мы видим, еще работы все выполнялись вручную, да, когда у нас не было специальных проектных программ, когда все отмывали, собственно, нас так учили в университете тоже, когда мы еще все отмывки делали вручную. Здесь развертка проекта СНПО «Реставратор» 80-х годов, где мы видим, что уже предполагается воссоздание частично с элементами проекта Чарльза Камерона и частично с тем, что привнес сюда архитектор Ипполит Манигетти в XIX веке. Но это хорошо видно, потому что вы здесь видите камины, опять же, XIX века, и уже отделку шелком тоже на период XIX века. Ну, начнем мы разбирать элементы этой отделки и пути их восстановления, наверное, с одной из самых привлекательных частей. Это, конечно, полудрагоценный натуральный камень – лазурит. Как много из вас людей держало в руках лазурит? Так, ну смотрите, 4 человека держали. Значит, замечательно. Сейчас у всех остальных тоже появится такая возможность. Дайте нам минуту, потому что мы привезли с собой для вас специально образец лазурита. Это Бадахшан, Афганистан, который вы можете рассмотреть, уже раскроенный специально для облицовки. Значит, потому что предметы и элементы из этого камня не выполняются из монолитного камня. Как вы думаете, почему? Потому что цена у него, конечно, очень большая. И поэтому, если вы будете резать прямо целиком вазу или целиком столешницу, то, конечно, во-первых, они все-таки достаточно хрупкие, несмотря на то, что плотность высокая очень у камня, то, конечно, это будет стоить каких-то запредельных совершенно средств. Поэтому была придумана, разработана такая технология, собственно, которая повторена в том числе в гарнитуре. Гарнитур создавался как подарок императора Александра II своей супруге Марии Александровне. Он был заказан на Петергофской гранильной мануфактуре. Разрабатывали элементы архитекторы, в том числе в группу входил Ипполит Манигетти. И вот с течением времени, это все произошло не единомоментно, за несколько лет собралась такая целая большая коллекция. Можем мы понять, что это подарки для императрицы благодаря тому, что многие предметы украшены монограммой Марии Александровны, М и А, вписанные в овал. Посмотрите, конечно, каким образом еще здесь обыгран лазурит. Да? Это не просто лазурит сам по себе, глубокий кобальтовый цвет с прожилками кварцита, а с золотистыми такими тоже оттенками. Но все это украшено, декорировано, достаточно богато в стилистике эпохи историзма, золоченой бронзой. И не только. Здесь вы видите и каменные инкрустации, например, как на секретере. Так вот, все эти предметы сохранились. Каким образом это стало возможно? Потому что они были вывезены в эвакуацию. Первые предметы, которые паковали и которые вывозили, это были предметы, скажем так, первой категории, имеющие элементы из металла. Все, что вы видите здесь, сделано из литой бронзы, это, соответственно, доставшись неприятелю, могло быть переплавлено и использовано в качестве оружия. Поэтому, так как здесь достаточно много везде в обрамлении металла, весь гарнитур был спасен и после эвакуации возвращен уже в Царское село. Поговорим о лазурите. Здесь на нижнем слайде вы видите такой кусок, агрегат камня с полосками. Да, чередуются синие полоски и какие-то непонятные сероватые. Вот камень в природе залегает именно в таком состоянии. Но в работу, естественно, помните предметы, которые мы с вами только что рассматривали, вот эти серые полоски не идут, они категорически не годятся. Такой агрегат называется матрас.
раз среди реставраторов, потому что задача их какая? Их задача распустить с помощью каменно-шлифовального станка вот этот матрас на уже непосредственно каменную фанеру, которая впоследствии пойдет на облицовку предметов или элементов интерьера. Толщина пластинки каменной фанеры не более 3 мм. Если больше, у вас идет перерасход материала, и это очень дорого. Если меньше, она может хрупкой быть, и она трескается. То есть более того, вам надо подобрать эти пластинки еще впоследствии и по цвету. Здесь вы видите тоже работу, когда на столе выкладываются порталы, и вы подбираете камни даже из одного месторождения, даже из одного слоя. Они все равно где-то прожилками могут отличаться. Задача – как можно меньше кварцита, как можно меньше белого, чтобы камень представлял из себя такой однородный синий фон. И вот это монолитный рисунок, который искусственно создается, вам кажется, что все это сделано из одного единого куска камня, хотя все это посажено на мастику, между собой переклеено, затерто, зашлифовано и потом еще заполировано, потому что, опять же, тот камень и образец, который вы сейчас рассматриваете и видите в изделиях, он полированный. Если бы вы видели его в агрегате, ну, наверное, вы бы обратили на него внимание, но вот там блеск даже меньше, чем у этих стен. То есть это такой совершенно синий матовый цвет, не сказать, чтобы сильно привлекательный. И вот только после того, как его поверхность выполировывают, и вы видите полное раскрытие фактуры самого камня, конечно, он уже сияет во всем своем блеске. И вот таким образом во времена Чарльза Камерона было обработано для отделки Лионского зала 1,5 тонны камня, потому что мы понимаем, что еще достаточно большой процент у вас идет просто в отход. Вот эту вот серую прожилку, серую часть вы, конечно, не используете. Из нее можно делать различные там, порошки, заполнители, но никаким образом, ни к красящим составам, ни непосредственно к облицовке этот камень отношения не имеет. И вот эта технология русской мозаики была очень хорошо, плотно подогнанной друг под друга пластины камня, была очень хорошо освоена Чарльзом Камероном и применена в том числе в Царском селе на двух объектах. Это агатовые комнаты, где использованы пластины из яшмы, и это Лионский зал, где использованы пластины из натурального лазурита. Здесь вы видите уже отделочные работы, шлифовку рамы. Вы видите, как работают скульпторы с гальванопластикой. Бронзу мы делали не методом литья, а методом гальванопластики, потому что она легче, потому что это быстрее. И впоследствии тоже, вы видите, здесь представлен букраний. У вас не золоченый и золоченый уже предварительно смонтированный на портал. Мы видим, почему Камерон выбирает такой подход. Потому что он наиболее демонстративен, он очень ярок. Вот на этом глухом синем фоне вот такой золотистый цвет, это все еще было поддержано и обыграно шелком. Ну, конечно, мы можем сказать, что это вечное сияние, которое исходило от этого зала, и поэтому в свое время он даже спорил по красоте с янтарной комнатой. И почему архитекторы хотели привнести в пригороды Петербурга вот такое сияние, в том числе благодаря той погоде, да, которая у нас существует в настоящее время. То есть очень маленький процент солнца, и архитектура создает для вас вот эту атмосферу, другое совершенно погружение. Первое, с чего были начаты работы, это восстановление 3 порталов Лионского зала, которые задали тон, и впоследствии уже приступили к работам по полной отделке. Из лазурита в зале выполнены нижние панели, обрамление оконных дверных проемов, подзеркальные столики и камины. Но вот подзеркальные столики и камины в такой интерпретации появляются как раз в XIX веке. При Чарльзе Камероне их не существовало. Следующий элемент, может быть, даже надо было его поставить первый, да, потому что Лионский зал, комната лионских обоев – это шелк. У нас не сохранилось никакого изображения шелка именно Чарльза Камерона. Мы знаем, что он был заказан на мануфактуре Пернон в Лионе по рисункам Лассаля. И вот здесь у вас, и мы знаем его описание, что там были изображены
различные цветы и птицы. И вот очень похожий шелк, который тоже по рисункам, про образцам Ла-Саля, сделан уже был в России на фабрике братьев Лазаревых, сохранился в коллекции Екатерининского дворца, и в настоящее время им обиты стены Притхорной. Мы можем, он может дать нам некую реплику, некое напоминание о том, каким мог быть шелк Чарльза Камерона из Лионского зала. Конечно, по рисунку, по декоративности он не сравнится с шелком периода Ипполита Манигетти. Но, тем не менее, про шелк Ипполита Манигетти мы все знаем. Более того, даже нашли подлинные образцы. И когда вы в реставрации решаете даже не на какой период восстанавливать, это не обязательно период, это сохранение максимальной подлинности и достоверности. Вот здесь также принималось реставрационным советом тяжелейшее решение. Мы имеем некое представление о шелке Чарльза Камерона, который был еще и в багетных рамах золоченых, о которых вообще нам ничего не известно. И мы имеем четкую иконографию и образцы шелка Ипполита Манигетти. Что? Как воссоздавать? Ну, в данном случае ответ был совершенно однозначен. Это то, про что мы знаем максимально много, и то, что нам не надо сочинять и придумывать, потому что мы влезаем и внедряемся уже совершенно в чужое авторство. Но посмотрите, пожалуйста, был еще один период жизни Лионского зала. Между шелком «Золотой бутон», который мы увидим впоследствии, и шелками Чарльза Камерона. Это где-то 50-е годы, когда Мария Александровна решила переобить, собственно, зал свой, и он был обит таким малиновым шелком. Посмотрите сразу, насколько теряется его представительность, его восприятие, как из этого интерьера мы видим на оригинальной развертке Ипполита Манигетти просто уходит свет. Благодаря тому, что цвет этих обоев изменен. Более того, обратите внимание, Манигетти предлагал сохранить двухчастное деление и императору, и императрице, чтобы это все-таки не было единым таким, знаете, занавесом на этих стенах, чтобы подчеркивались габариты тех предметов, которые расположены, и тех картин, которые расположены внутри этого зала. Он предлагает разделение неким балкончиком, некой балюстрадой, но получает совершенно категорический отказ. А шелк вот этого цвета, малинового, буквально через несколько лет уже переобивается. И вот здесь на проекте восстановления тканевого убранства мы видим с вами, собственно, в каких изделиях представлен здесь шелк. Это шелковая обивка стен, это портьеры второго света и это портьеры первого света. По поводу портьер была сложнейшая история, потому что тоже были их описания, но было не очень понятно, каким образом именно, какие фестоны, как они выглядели, какие были подвязки. И с этим надо было определяться. И вот опять же, внимательный взгляд реставратора на автохроме 1917 года, который я вам демонстрировала, но уже не будем к нему возвращаться. Кто смотрит трансляцию, может отмотать чуть-чуть назад. В отражении каминного зеркала вы видите окно против света, и там вы видите вот эту драпировку. И это, конечно, все было почищено, это все было приведено в нужный ракурс. И в итоге вот эту конфигурацию заполнения портьер оконного проема можно было восстановить. Какие еще были предприняты научные исследования? Было установлено, что в 1860 году при переобивке заказ был размещен на Лионской мануфактуре «Ле Мира и сыновья». Туда направились наши представители для исследования библиотеки патронов. Но в настоящее время эта мануфактура уже сменила свое название, и правопреемником стала мануфактура Прель. Как правопреемник они хранят абсолютно всю библиотеку так называемых патронов образцов тканей. Посмотрите, здесь выписка из журнала с образцом ткани, поставленной к императорскому двору в Петербург в 1860-е годы. Это ткань «Золотой бутон», выполненная в два утка,
абсолютно точно соответствующая тому образцу, который мы нашли у себя на предмете мебели Лионского зала, на шелковой обивке задней спинки дивана. В итоге в лаборатории Государственного Эрмитажа были выполнены химические лабораторные исследования образцов нитей, установлена абсолютно идентичная их принадлежность, и было решено с привлечением, конечно же, и очень активным участием благотворителя ПАО «Газпром», было решено, что у нас есть такая возможность разместить заказ на изготовление этого шелка спустя очень много лет ровно на той же мануфактуре. Было обращение на мануфактуру «Прель», и они по нашему проекту, по спецификации исполнили то количество ткани, которое было заказано в полном рапорте, который вот частично у них сохранился и частично мы представили. Вот здесь вы видите эту замечательную птицу. Это же тот образец ткачества, который мы принимали здесь в России по результатам воссоздание, которое было сделано на оригинальной Лионской мануфактуре. И посмотрите, чем еще хороши каталоги мануфактур. Тем, что ткань там сохраняется в своем оригинальном цвете. Она не подвержена солнцу, она никаким образом не выцветает. Здесь вы видите разницу немножечко в оттенках на слайде, но это благодаря все цветовой цветопередаче уже фотографии. Вот здесь тот процесс соткания этой ткани, нанесения узора. Тут нет еще процесса ее крашения, отдельно красятся нити. Ну вот вы видите, каким образом все на станках это в настоящее время выполняется. И это, конечно, было совершенное реставрационное чудо для всех, кто принимал в этом участие. И комната действительно наполнилась своим абсолютным сиянием. Но не только стены отличают интерьер, есть еще плафон, есть еще полы, есть еще предметы декоративно-прикладного убранства. И вот попробуем тоже сейчас про них поговорить, потому что плафон не сохранился вообще. Более того, у него достаточно, ну вы видели, да, что сгорело все, собственно, к чему этот плафон должен был быть прикреплен. А у него достаточно сложная тоже судьба, потому что первоначально это композиция круга, вписанного в квадрат, сохранились эскизы Чарльза Камерона, один, точнее, эскиз, но мы тоже не можем утверждать, что именно он был реализован. Потому что вы знаете, как работают архитекторы. У них может быть до 10-20 переделок проекта. А самое главное, когда проект идет в реализацию, они могут еще передумать несколько раз и что-то подправить. Тем не менее, источниками для нашего воссоздания послужила акварель Луиджи Примаци, описи словесные 1918 года, где были описаны все резервы, все сюжетные композиции, черно-белая фотография плафона, и что очень интересно. Вот мы никогда не задумываемся, у всех архитекторов и реставраторов есть практические занятия, летние обмерные практики. И вот в 1918 году студенты Московского архитектурного института под руководством архитектора Травина выезжают в Царское село и обмеряют личные парадные залы Екатерины II. И эти чертежи остаются в архиве как управления по делам охраны памятников Ленинграда, так и в архиве самого университета. И, конечно, при работах исследовательских по реставрации мы не могли не использовать эти материалы. Но вы должны всегда понимать, что, имея дело со студенческими работами, перепроверяйте множество раз, потому что те размеры, которые мы получали благодаря обмерным чертежам, не всегда подтверждались иконографическими материалами и подлинными сохранившимися образцами. Потому что все-таки студенты, ну, они такие еще тоже интересные очень люди. Вы видите здесь вот наш источник. Это очень важный базовый источник. Это фотография 1938 года. Этот плафон уже претерпел изменений по Манигетти. Потому что в центре вы видите на штофе люстра. У Чарльза Камерона здесь была живописная тонда. Более того, у него было 4 фонаря, укрепленных в плафон. По-другому были развернуты центральные композиции. И более того, посмотрите, Манигетти — это эскиз уже реставрационный, эскиз воссоздания. Но Манигетти вводит в этот плафон глубокий такой ультрамариновый цвет, который
поддерживает, конечно, цвет лазуритовой облицовки и лазуритового гарнитура. У Камерона такого не было. Он не использовал такие плотные глухие цвета. И более того, на тот момент, когда под руководством Монигетти создавался этот плафон, уже был изобретен синтетический ультрамарин. То есть вот именно такой насыщенный цвет. Опять же, на период Камерона вот такого именно оттенка цвета не существовало. Вы видите то, с чего начинается работа. Это эскиз живописи в масштабе. Это подбор колористических соотношений. Мы еще не разрабатываем здесь сами резервы и сами живописные клетки. Клейма и вставки. Дальше по каждому элементу шла кропотливейшая, долгая работа подбора аналогов того же мастера Чарльза Камерона с его других объектов и в Царском селе и за его пределами. Вот здесь вы видите Путина Тритония и работа над ним от эскиза до эскиза в тонах и уже живопись на холсте, которая непосредственно была установлена на плафон. А центральная композиция представляет из себя четыре клейма, которые атрибутированы как времена года. Их олицетворяют различные божества, такие, например, как Флора. И из четырех резервов был один совершенно непонятен для нас, что это такое. Но по описаниям мы подобрали аналогичную гравюру, которая имела очень большое хождение в XVIII веке. И была Диониса, и была известна, конечно, и Чарльзу Камерону, которая олицетворяет собой осень. И вот на основании этого аналога была разработана живописная композиция. Тоже вы видите этапность работ над ней. И установлена на холсте, на плафон потом она была монтирована. Вот огромное количество цветовых клейм. Их уже реставрационный совет вот в таком виде принял. Но вы представляете, что до этого, конечно, принял точнее, но до этого, конечно, была огромная работа на каждом этапе. Начиная от поворота головы, от завитка волос, от того, что держит тот или иной персонаж в руке, как это должно выглядеть, какие там должны быть пропорции. Все-все-все утверждалось совершенно поэтапно. Кропотливейшая, долгая работа художников. Вы видите, что здесь были не только цветные живописные, но и так называемые вставки в технике гризаль, да, которые имитируют, по сути, барельефы. Эти вставки тоже очень сложно нам давались, потому что их мы практически не видим нигде. По ним есть описание, но, к сожалению, по описанию очень сложно было выстроить многофигурную композицию, поэтому здесь музей решился на такой прием. Ту ставку, которую мы видим просто вот один в один на черно-белой фотографии, вот она здесь, вы видите, да, гризалевая ставочка такая трапециевидной формы. Мы ее, учитывая композицию самого плафона, один раз повторили просто один в один и два раза отзеркалили. В общем, когда вы будете теперь в Леонском зале внимательно рассматривать плафоны, вы увидите, что вставка эта, собственно, практически три раза еще повторяется. Почему так было сделано? Потому что не удалось обнаружить прямой аналог и потому что, опять же, не было никакой задачи и желания придумывать что-то от себя. В итоге плафон Леонского зала возрожден, и теперь вы можете его в таком виде лицезреть, и он тоже выполнен частично с использованием элементов живописи на период Чарльза Камерона и, конечно, с использованием тех нововведений, которые привнес сюда Ипполит Монигетти. Говоря о Леонском зале, мы, смотрите, с вами прошли уже стены, плафон, мы не можем сказать ничего, не сказать, не поговорить с вами о паркете. Потому что если все остальное – это воссоздание где-то с элементами реставрации, то паркет, посмотрите, пожалуйста, он создавался специально по желанию Екатерины II. Он был совершенно уникален. Это не просто наборный паркет из заморских пород деревьев. Это паркет, равного которому нет нигде в мире. Благодаря чему? Благодаря только одному элементу. Вы здесь видите ее его на фотографии перед собой. Можете идентифицировать вот в этих коронах. Из чего они сделаны, из какого материала?
из перламутра. Да, когда-нибудь вы можете где-то еще встретить перламутровый пол? Нет, нигде. Почему? Потому что достаточно хрупкий материал. Но таково было желание императрицы. Спорить было невозможно. Поэтому в Австралии были закуплены перламутровые раковины. И вначале, учитывая, что, скажем так, в функционале паркет этот будет не очень хорош, Чарльз Камерон попытался сделать небольшие совершенно перламутровые вставочки только на квадратных щитах. Вот здесь у вас план раскладки. Вот на квадратных щитах, там в центральном резерве, он хотел это инкрустировать. Значит, ему сказали нет, делать это гораздо в большем объеме. И после того, как уже на фабрике Иоганна Киммеля был собран этот паркет, императрице понравился он, безусловно, и она сказала, давайте мы еще и перламутр сделаем с вами на дверях. И двери тоже инкрустировали перламутром. Но это гораздо проще, потому что по дверям мы не ходим, ничего с ними такого серьезного не происходит. А вот с полом все гораздо сложнее. Одной из пород дерева, которая применена при создании этого паркета, является амарант. Это достаточно интересное, как вы видите, по цвету дерево. Оно имеет такой фиолетово-лиловый оттенок, произрастает только на территории Латинской Америки, в основном в области Бразилии. Здесь даже перед вами спил этого дерева представлен. Вы видите периметральную часть, которая гораздо светлее, так называемая оболонь, да, новые годичные кольца, а центральная часть приобретает только после того, как вы это дерево срубили, при взаимодействии с кислородом, оно окисляется соответствующим образом и получает как раз вот эту вот сиреневизну, вот этот оттенок, за который, конечно, амарант обожают все мебельщики, все деревянщики, потому что, ну, какое дерево еще вам даст такой изысканный цвет? Но с этим цветом все очень непросто, потому что посмотрите реставрационный щит паркета, на котором практически полностью отсутствует перламутр. Посмотрите, что здесь происходит. Здесь вы видите свежее зареевание, свежие вставки из амаранта, и он действительно сиреневого цвета. А рядом вы видите вставки коричневого цвета, потому что с течением времени, это не год, не два и даже не десять, с течением столетий амарант под воздействием в том числе солнечного света, он имеет тенденцию менять свой цвет и из вот такого терять вот эти свои лиловые качества, лиловые свойства и переходить уже в более коричневое состояние, к сожалению. Такой процесс, который практически вы на него вы никак не влияете, затормозить его вы тоже не можете. Ну вот надо полюбоваться им в том виде, в котором он есть сейчас. И вы видите здесь, конечно, утрата перламутра. А вообще скажите мне, что вы думаете, каким образом в интерьере, который полностью сгорел в пожаре, сохранились щиты паркета, причем на всей площади? Ну, было бы здорово, если бы они знали про антиперены и про вот эту всю пропитку нашу замечательную. И закрыла. Угу. Тоже хорошая версия. Но на самом деле произошло вот что. Перламутровый паркет, где вы еще такой найдете? И когда немецкие войска входят в Екатерининский дворец, понятно, что вывозится янтарная комната, понятно, что вывозится огромное количество предметов, которые просто не успели вывести в эвакуацию и спрятать надлежащим образом, в том числе они попадают в Лионский зал. Паркет, конечно, был укрыт, но это не имело никакого значения, потому что были четкие списки отделки по каждому помещению. И паркет Лионского зала вывозится в Берлин. Весь демонтируется на щиты, вывозится в Берлин. Там в 1947 году в Берлинском порту на элеваторе комиссия специалистов из СССР, которые в рамках реституции ценности обследовала все большие складские помещения, в большом, огромном, гигантском ангаре навалом обнаружила просто коллекцию живописи, картин. Мы причем понимаем, что там не было никакого температурно-влажностного режима, что все это лежало вот так раздробленное, разобранное. И вот два
паркета из Лионского зала и из зеркального кабинета Екатерины II были обнаружены. Ну, Лионский зал был идентифицирован сразу, потому что все, такого больше нет. И были привезены в Царское село. Долгое время хранились в фондах и ждали своего часа, когда эти оригинальные предметы 18 века, а город-то создан был только в 1703 году, то есть у нас от 18 века осталось очень немного, а уж говоря об отделке, можно сказать, что совсем мало, когда эти предметы займут свое достойное место. И вот после реставрации мы не можем сказать, что эти щиты были в идеальном состоянии. Конечно, они рассохлись, и многие потеряли инкрустацию, и цировка была уже стерта, и не хватало части элементов, и были трещины. И, конечно, они были в тяжелейшем состоянии, но реставраторам все под силу, и вы видите здесь укладку уже щитов паркета, которая заняла не одну неделю, потому что, казалось бы, это вывезли много лет назад, и можно точно так же вернуть это на место, но не тут-то было. Подгонка, и вот именно монтаж заняли огромное количество времени, и сейчас Лионский зал во всем своем великолепии представлен в этом интерьере. И вот вы можете сравнить фотографии до реставрации, которые практически с выпавшими элементами, и уже то, каким образом это сияет в настоящее время. Лионский зал восстанавливался не в один этап, потому что здесь вы видите завершение работ на 2019 год. Не хватает значительных частей. Например, кто внимательно помнит акварель «Примация», снята практически с того же ракурса. Мы здесь с вами не увидим каминов. Ну и вот они должны были появиться. Значит, что у нас было? На период Чарльза Камерона это были круглые печи-ротонды, которые были выполнены на фабрике Конраде из фаянса с витыми колоннами и установлены в углах зала. К периоду уже бытования Марии Александровны эти печи прогорели настолько, что использовать их дальше не было никакой возможности. Поэтому мера это скорее вынужденная, мера это скорее необходимая. Другое дело, что Манигетти мог бы заменить эти печи на аналогичные. Но опять же, для того, чтобы угодить вкусам императрицы, как придворный архитектор, он строит, возводит для нее новые камины, используя элементы отделки этого зала. И это, конечно, лазурит. Вы видите здесь более темные детали на каминах. Они выполнены и облицованы лазуритом в той же технике русской мозаики, а вот белые элементы, пути, они выполнены из так называемого статуарного мрамора. Опять же, вспоминая фотографии послевоенного разрушения, мы видели, что камины были уничтожены не полностью, и часть скульптурных групп, часть скульптурных композиций сохранилась до нашего времени, как и паркеты, они ожидали, когда же их вернут на свое историческое место. Вот одна из причин воссоздания, в том числе для того, чтобы предметы и элементы отделки смогли встать на свои исторические места. Потому что просто разместить их в зале с окрашенными стенами, ну, конечно, это тоже возможный вариант, но совершенно не тот эффект, не то культурное пространство, которое мы с вами когда-то потеряли, а теперь обретаем вновь. Опять же, обмеры студентов Московского архитектурного института перед вами, 38-й год, достаточно хорошо все зарисовано, может быть, где-то в габаритах и есть ошибки, но, в принципе, композиционно это очень хороший источник. То есть по соотношению масс, по соотношению объемов здесь можно говорить о том, что в качестве источника такую документацию мы можем использовать. И вот посмотрите, картограмма сохранившихся мраморных элементов. То есть когда вы будете смотреть на камины, знайте, что на одном из них, именно на северо-восточном, гораздо большая часть сохранившихся фрагментов. Это и пути на фронтоне, это и пути внизу, держащие канделябры. Они родные, они из этого зала. Вот выглядят они сейчас таким образом. Опять же, как вы понимаете, канделябры электрифицированы, потому что ни о каком свечном освещении этих интерьеров речи идти не может. Ну и буквально несколько слов про камин
каминные ширмы, потому что Манигетти первоначально ставят каминные ширмы в лазурите, затянутые малиновым шелком. Потом туда вмонтируются по желанию Александра II картины художника Бельского. Здесь такие пейзажи, руин, выполненные в стиле Гюбера Робера. А затем они были демонтированы, находятся сейчас в коллекции музея-заповедника «Царское село» как самостоятельные живописные произведения, а мы вернулись к вот затяжке шелком, как это и было первоначально. В настоящее время Лионский зал полностью восстановленный со всеми своими историческими элементами, с мебельным прекрасным гарнитуром, с люстрой, которая тоже относится к этому гарнитуру, выглядит вот таким образом. И вы скажете, ну а как же можно ходить по такому паркету? Потому что паркет 18 века, мы знаем примеры, мы знаем объекты, в том числе музей-заповедник Останкино, да, где можно ходить, было когда-то давно, до его закрытия на огромную реставрацию по этим паркетам. А как же вот сейчас вы решаете этот вопрос? Если бы паркеты были просто из дерева, то мы бы вам выдали войлочные тапочки, и вы бы прекрасно по ним ходили. Но так как они имеют инкрустацию перламутром, посмотрите, что нам пришлось создать. Специальные стеклянные переходные мостки, где опоры, безусловно, не вмонтированы, а просто поставлены на паркет, причем в тех местах, где нет исторического рисунка, либо это новые вставки, потому что не все промежуточные плашки сохранились, либо это паркет гладкий, без инкрустации и без наличия перламутра. И вот на такой стеклянной воздушной дорожке вы перемещаетесь по этому залу, собственно, осматривая и видя, вот, да, насколько яркое, насколько чистое сияние. К сожалению, для всех, для нас, но мы надеемся, что скоро этот вопрос будет решен. В настоящее время, в связи с тем, что ведутся работы по помещениям 8 комнат Зубовского флигеля, Лионский зал закрыт для посещения в связи с тем, чтобы никакая пыль, ничто из вот этих интерьеров туда не проникло и туда не попало. Поэтому он весь, все дверные проемы специальным образом обшиты. И попасть туда в настоящее время невозможно. Но мы надеемся, что в скором времени как все 8 комнат, так и Лионский зал, как составляющая этого большого, грандиозного, единого проекта «Личное пространство Екатерины II» будут открыты для посещения, и тогда вы действительно сможете насладиться вкусом императрицы Екатерины II, теми затеями, которые она здесь предполагала и придумывала. Ну и завершить свою лекцию я хочу тем, что все мы обратим с вами еще раз внимание на экран. Я благодарю всех вас за то, что вы нашли время, пришли, чтобы познакомиться с этим проектом. Хочу вам сказать, что нет ничего лучше, как увидеть памятник своими глазами. Поэтому, конечно, мы вас всех приглашаем в Царское село. И хочу еще раз выразить слова огромной благодарности тем, благодаря кому этот проект, его реализация стала возможным. Это ПАО «Газпром». Спасибо огромное за поддержку и содействие. Спасибо.